Стой! Налево! Огневая подготовка на рубежах. Перемещение военных корреспондентов в зоне. Взрывы парализуют твои мысли, ты уже начинаешь действовать, наверное, по инстинктам. Поскольку у нас, наверное, единственный инстинкт в данном случае – это инстинкт самосохранения, поскольку мы не военные люди. Далее мы вышли из БТР, началась стрельба, да, а вот когда уже, собственно, нужно было эвакуировать раненого, мы, в принципе, как мне кажется, в какой-то момент все-таки настроились на этот лад, но я могу за себя сказать точно, что при виде раненого, да, хотя это имитация, при виде, и, кстати, очень четкая имитация, потому что даже был и запах, и все, немножко в ступор ты впадаешь, наверное, в такой ступор ужаса, назовем это так. У нас Ксения Лебедева замечательным вышла командиром в данной ситуации, мы вроде как сориентировались, уж не знаю, выжил наш раненый или нет, хочется верить. Навыки нужно оттачивать, это безусловно. Как нам уже, в принципе, говорили еще вчера, во второй день наших тренировок, это то, что приходит уже с опытом. А в ситуации стрессовой, то, что тебе показали, вот именно в тот момент, ты уже начинаешь теряться, тут уже как твоя голова сработает. В какой-то момент, да, когда нужно было достать из БТР, нам вчера показывали, как происходит эвакуация. Не знаю почему, но вот именно в этот момент, возможно, потому что голова настроена на то, что все-таки это не реальные боевые действия, а имитации, мы все-таки здесь находимся в безопасности. Не знаю, как при других обстоятельствах, страшно было именно при эвакуации раненого. Хотя, в принципе, и там имитация достаточно была такая выполнена на профессиональном уровне, она действительно была такая довольно-таки живая. Готовым надо быть всегда, и лучше мы будем готовиться здесь, в таких условиях, на полигоне, нежели в реальных действиях, и в конечном итоге попадем в них и не будем знать, что делать. Но здесь мы получили некие азы, по крайней мере, мы прочувствовали, как минимум прочувствовали на себе, что это такое. Жить хочешь?